Маш, ты меня любишь? Ну, конечно. По-моему, это очевидно. Конечно, я тебя люблю. Что у нас с режимом сна? Ответь мне, пожалуйста. Ну, обычно у нас все нормально. Ну, сегодня, конечно. 2 часа ночи мы сегодня легли, Маш. Просто из-за чего? Из-за чего мы сбили режим? Хорошо. Сколько раз за эту неделю мы ели в Макдональдсе? 2. 4, не хочешь? Окей. Можно, пожалуйста, в мой организм не впихивать всякое хорошо подобное? Или делать это поменьше? Ладно. Двигаемся дальше. Что у нас с ментальным здоровьем? Так, вот, вот тут, Марья, у нас точно никаких претензий не может быть. Во-первых, говорить «нет» мы научились? Научились. Отстаивать свои границы научились? Научились. Не подпускать к себе токсичных людей научились? Да. С мудаками мы не связываемся и делаем вообще, что хотим. Поэтому я думаю, тут все нормально. Кстати говоря, еще и физическое здоровье я тоже подправила. Мы начали с тобой заниматься табатой, это уже неплохо, почти каждое утро. И самообразование тоже. Я взяла привычку читать в метро, так что все пучком. Маш, я тебя люблю. И я тебя.